Челябинская семья ищет угонщика и поджигателя их любимого автомобиля. Пропажу десятки с парковки по улице 50 лет в ЛКСМ у дома 15А заметили накануне. Глава семьи сразу же обратился в полицию. Вот парковка. С балкона хорошо просматривается, где стояла машина. И сейчас стоит Hyundai. Синенький. В тот вечер и ночью стояла моя машина, которую утром мы не увидели. На утро машину нашли за поселком Першино по улице Ставропольской, сгоревшей дотла. Рядом с автомобилем демонстративно валялись снятые госномера, пластиковые карточки и ключи. Кто и зачем угнал подержанную отечественную легковушку, выясняют полицейские. Возможно, это дело рук подростков, которые украли автомобиль покататься, а потом избавились. Сейчас семья ищет очевидцев угона и надеется на помощь неравнодушных.